Сегодня рано утром, дорогие зрители, на центральном телевидении города Москвы все ждали нашу любимую российскую актрису театра и кино Наталью Воролей. Наталья Воролей начала свой творческий путь еще в советские времена. Для многих из нас она является настоящей легендой. Оказывается, на телевидение она так и не прибыла. Сегодня в 5 утра она оказалась в больнице с серьезным заболеванием. Что именно тревожит сейчас Наталью Воролей, родственники не спешат рассказывать. Стараются скрыть эту информацию от общественности для того, чтобы в интернете не появились фейковые новости. Очень мало информации, друзья, много вопросов и мало ответов. Пока никто нам ничего толком не может рассказать. Будем надеяться, что у нас получится связаться с медиками, которые осматривали нашу актрису Наталью Воролей, и взять у них небольшое интервью по поводу состояния здоровья нашей актрисы. Нам остается только надеяться на хорошие новости, друзья, ждать, что будет дальше. Завтра утром на нашем канале появится свежий выпуск, в котором вы сами сможете более подробнее узнать о состоянии здоровья нашей актрисы. Берегите себя, друзья, своих родных и близких.